только тогда женщина может быть и деловой, и активной, когда у нее дома все хорошо, все в порядке, то есть ты свободен. И вот жизнь, наверное, состоит не в том, чтобы найти себя, а чтобы создать себя. Вот именно общественная жизнь, она очень помогает создать себя. Есть такая фраза, что если два человека смотрят в одну сторону, то один из них лишний. Это вот в бизнесе есть такая фраза. Поэтому у меня очень разные все люди. Но у меня есть такие понятия. Нужно выполнять мои требования. И если люди мои, значит, они со временем остаются и остаются надолго. Мы не должны детей кормить вкусно. Мы должны не навредить. И мне бы когда-то хотелось бы, я вот так думаю, когда я закончу свой большой такой бизнес, и мне захочется более спокойной жизни, наверное, я где-нибудь буду преподавать культуру питания. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Ольга Геннадьевна Клишина, депутат, деловая женщина и человек с активной гражданской позиции. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна! Здравствуйте! Ну как же удается совмещать деловую активность, общественную жизнь и семью? Ну, если расставить приоритеты, то главное для меня – это семья. Семья сегодня занимает в моей жизни основную часть. У меня есть прекрасный муж, который поддерживает меня во всем. Двое уже взрослых сыновей, которые создали свои семьи. И только тогда женщина может быть и деловой, и активной, когда у нее дома все хорошо, все в порядке. То есть ты свободен. И поэтому бизнес мой на сегодняшний день занимает 80% из моей жизни. То есть общественное питание, бизнес непростой. Особенно тот бизнес, который связан с детским питанием и лечебным питанием, чем я сегодня занимаюсь. И поэтому 24 часа в сутки у меня работает телефон, я все время на связи, я все время в строю, и этот бизнес, он требует постоянного твоего присутствия. И чтобы вот как-то выйти с этой ситуации, для этого, наверное, у меня очень хорошо получается общественная жизнь. Когда-то давно, вступив в ассоциацию деловых женщин, я поняла, что для меня это важно, мне это очень интересно. Это иногда выдергивает тебя из зоны комфорта, когда вот ты на работе, вроде бы все хорошо, и так хочется прийти домой под теплый плед, посмотреть какой-то фильм. И ты знаешь, что тебе нужно идти и заниматься какой-то общественной работой. Иногда это неохота, но когда ты приходишь на мероприятие, когда ты встречаешься с интересными людьми, с интересными женщинами, это настолько здорово. Я получаю от этого колоссальное удовольствие. И вот жизнь, наверное, состоит не в том, чтобы найти себя, а чтобы создать себя. Вот именно общественная жизнь, она очень помогает создать себя. Это очень интересно. Это победа над собой, потому что победа — это не означает быть первым для меня. Это означает быть лучше, чем ты был вчера. И вот именно это дает вот общественная жизнь. Когда вы осознали, что вы хотите заниматься собственным бизнесом, хотите быть руководителем? Не каждая женщина хочет брать на себя ответственность. Многие женщины просто работают, кто-то не работает. Вот именно вот этот момент, когда осознавание пришло, что вы хотите быть руководителем своего бизнеса. Ну, вообще по натуре я лидер. И бизнес мой начинался не просто, потому что он начинался в 90-е годы, тогда, когда забытое давно слово «челноки» было очень актуальным, популярным. И вот в 90-е годы, когда моему ребенку исполнилось год, муж у меня работал в уголовном розыске, я была в декрете, то есть за плечами был Карагандинский институт кооперативный. На тот момент не было работы, которую бы я хотела иметь на тот момент. И хотелось как-то помочь своей семье. И тогда мы начинали... Брали большие сумки и ехали в Польшу, в Китай, в Турцию. То есть я тогда не думала, наверное, что это будет основной моей работой когда-то в жизни.
Тогда я не думала, что я буду руководителем вот таким, как сейчас. Тогда это было просто время, которое нужно было выжить, так сказать. Но время это сейчас вспоминается как одно из самых лучших. Это становление, становление тебя как человека. Это было очень интересно. Но в любом случае, закончив кооперативный институт, по образованию я технолог высшей квалификации и товаровед продовольственных товаров, именно продовольственных, тогда еще не делились отделения на прод и пром. Мне всегда было интересно производить. То есть я чувствовала, что где-то это было прибыльно, но не так интересно, как хотелось бы. И как только появилась первая возможность, я открыла собственное производство. То есть для меня это было таким новым этапом в моей жизни, очень интересным. Наверное, тогда я воплотила свою мечту. У меня сразу было, наверное, в пределах 20 работников, у меня был магазин, и было собственное производство, кондитерское, пекарский был цех, пельменный мы открывали, и то есть было все по нарастающей. И я почувствовала, что я могу создать тот коллектив, тот костяк, который будет со мной. И у меня до сих пор, это моя гордость, есть те люди, которые пришли ко мне работать уже практически 20 лет назад. В моем коллективе есть такие достойные люди, и мы с ними продолжаем трудиться, создавая все новые и новые рабочие места. Вот на сегодняшний день мой бизнес уже это только производство. И, конечно, вот такая ответственность перед людьми нашего города, потому что это детское питание и лечебное питание, повторюсь, это, конечно, очень ответственно. Под вашим началом работает уже более 70 человек. Ну, это достаточно большой коллектив на самом деле, и, скорее всего, более женский или смешанный. И еще такой вопрос сразу же. Сложно, чем больше людей, тем сложнее или легче? Коллектив в основном, конечно, женский, потому что это пекаря, это повара, это бухгалтера. Вы знаете, хочется сказать, что когда-то, создавая свой коллектив, я думала, что люди должны быть практически все одинаковые. Теперь я точно знаю, что если есть такая фраза, что если два человека смотрят в одну сторону, то один из них лишний. Это вот в бизнесе есть такая фраза. Поэтому у меня очень разные все люди. Каждый приходит, конечно, со своими проблемами иногда, потому что в основном женский коллектив. И, наверное, не важно, сколько человек сейчас уже у тебя работает, для меня это не важно. Важно, чтобы были люди, я иногда так говорю, что пришел мой человек или не мой. У меня довольно-таки жесткое такое правление, если так можно сказать. Я никогда не стараюсь учить людей чему-то, в смысле в жизненном плане. Я не стараюсь давать каких-то советов. Даю только советы тогда, когда меня просят. Но у меня есть такие понятия, нужно выполнять мои требования. И если люди мои, значит, они со временем остаются и остаются надолго. И если они приходят и в наш коллектив попадают случайно, а такого тоже немало, потому что все-таки люди ищут себе работу, где полегче, где-то, может быть, поспокойнее. И тогда большая есть проблема мне замены людей, потому что тот же пекарь, которого нужно научить, и который будет, то есть, выполнять все твои требования так, как тебе нужно, это достаточно много времени проходит. Потом не каждый человек может прийти, допустим, и сразу готовить на 500-700 человек, как я сегодня кормлю, это больницы города. И поэтому мне очень важно в коллективе иметь костяк надежных людей. Сегодня он у меня есть, этот костяк, и поэтому я не боюсь начинать новые дела. Я считаю, что бизнесмен, он должен идти вперед, не надо останавливаться. То есть по пути развития, если только ты остановился, значит, это будет спад. Мы когда-то это учили по философии. А есть какие-то курсы для повышения ваших работников на сегодняшний день? Да, конечно. Я постоянно беру
повышение квалификации поваров. У меня очень много есть поваров с пятыми разрядами. Это ресторанные повара, хотя они работают в школе. Я очень много уделяю внимания бухгалтерии. То есть сейчас идут очень хорошие курсы, большие обновления постоянно. И нужно постоянно, чтобы твои люди чему-то учились. Потому что по старинке уже работать практически нельзя, потому что законы у нас практически по бухгалтерии каждый день могут меняться, что-то добавляется. И, естественно, хочется, чтобы твой коллектив был на уровне, чтобы люди были грамотные, чтобы они каждый на своем месте, но были очень ответственны. А для этого, конечно, нужны все новые и новые знания на сегодняшний день. Вспоминаются наши дети. Почему-то мне сейчас хотелось бы спросить про детей. Меню для детей. Оно на сегодняшний день особенное, потому что дети сегодня едят немножко отличную еду от той, которую ели мы, допустим, в школах. Какие-то модификации происходят в этом направлении? Самая большая проблема сейчас в детском питании, что они не едят ту еду, которую мы ели когда-то. Очень трудно сейчас объяснить родителям, что мы не должны детей кормить вкусно, мы должны не навредить. И мне бы когда-то хотелось бы, я вот так думаю, когда я закончу свой большой такой бизнес, и мне захочется более спокойной жизни, наверное, я где-нибудь буду преподавать культуру питания. Мне бы это очень хотелось. Я сейчас к этому готовлюсь, у меня очень много есть подборок, очень много материалов я собираю именно по школьному и детскому питанию. Есть много разработок. И вот хотелось бы сегодня сказать о том, что у нас очень мало культуры питания. Люди не знают, наверное, что сейчас очень важно правильно питаться. Знают, конечно, не то, что не знают, но время такое, когда много соблазнов. И вот даже мои дети, уж насколько я думаю, что я так всегда правильно расставляла приоритеты в питании дома, но я не скажу, что мои дети правильные сейчас. Они тоже так же могут рассказать мне, мои уже внуки, что папа пил, допустим, колу, то, что мы совершенно раньше не делали. А дети сегодня пошли в кафе и ели картофель фри. И, конечно, когда они приходят в школьную столовую и едят простую кашу или паровую котлету, то у них возникают вопросы, почему так? И очень важно, чтобы родители дома могли это объяснить. Мы как можем объясняем, но самое главное, все идет из семьи. Поэтому вот такой вопрос сейчас тоже есть, и он очень такой как бы болезненный. Самое вкусное, что было в школьном питании, вот вы сейчас об этом говорите, я вспоминаю потрясающе вкусные компоты. На сегодняшний день компоты подают? Я люблю компоты, страшно варить. Я люблю варить кисели, хотя меня за это не все понимают. И меня даже иногда ругают, что, мол, типа, мой ребенок не пьет кисель. А я думаю, что это очень важно, потому что компот и кисель, он гораздо лучше сейчас, чем сок. Я вот борюсь все время с соками, как бы, которые называются натуральными. И практически сейчас из своего школьного меню я все соки убрала. А когда работая в лагере, я помню, у меня прям были такие баталии, я выставала против этих соков, и мы в конце концов все-таки пришли к тому, что мы варили компоты, и дети потом с удовольствием пили на полдник компот с булочкой, и я считала, что это правильно. Ольга Геннадьевна, а в чем же все-таки существенная разница оздоровительного питания и питания детей? Ну, знаете, в моей жизни пионерский лагерь, как раньше его называли, пионерский, а теперь оздоровительный, это моя отдушина. То есть совершенно два разных направления. Если в лагерь приезжают детки здоровые, и повторюсь, что наша задача не навредить, наша задача правильно накормить. И для меня это была такая очень история и поучительная. Я вместе с ними училась. Потому что дети, которые приезжают и остаются на 10 дней без родителей, они совершенно меняются. Потому что я их знаю в школе. Многие наши дети, которые учатся в наших школах, приезжали в лагерь. И они совершенно другие. Дети вообще изумительные. Их можно научить всему. С них можно лепить. И у меня была
такая стопроцентная привычка. Я каждый завтрак, обед и ужин была в зале, я была с детьми. Я знала всех детей, которые приезжают. Я знала их пристрастия, наклонности. И, конечно, очень долгая работа в лагере с детьми, я стала немножко даже детским психологом. Я знала, как научить. Вот, например, мамочки мне некоторые выражали благодарность и говорили, что наши дети не едят дома каши. Практически все каши у меня ели. Для этого была масса способов. Я там ходила с сахаром, добавляла каждому там по ложке, хотя каша была достаточно сладкая. Я у них спрашивала, какие каши они больше любят. Мы даже варили разные каши для детей. И там, то есть ты получаешь не столько бизнеса, сколько удовольствия. То есть на тот момент у меня не было внуков долгое время. Мои сыновья учились, строили там свою карьеру. И это для меня было отдушина, лагерь. А что касается лечебного питания, здесь совершенно, конечно, другой подход. Здесь нужны профессионалы, здесь нужна очень грамотная, хорошая диетсестра, которая на сегодняшний день есть у меня. Для меня, придя в областную больницу, самым главным было... Больница на очень хорошем счету областная у нас. И самое главное – поддержать вот именно тот статус, не уронить его и соответствовать тому статусу, который долгие года зарабатывался. Поэтому что такое лечебное питание? Это ежедневно 7 разных столов готовится. То есть утром ты должен быть готов к тому, что ночью может поступить пациент, которому нужно будет определенное питание. То есть у тебя должны быть профессионалы, люди, повара такого уровня, чтобы в любой момент они смогли сориентироваться. То есть у тебя должен быть набор продуктов, естественно. У тебя должен быть четкий подсчет химического состава блюда, то есть это белки, жиры, углеводы обязательно. В лечебном питании есть колораж блюд, и это тоже очень важно. То есть как бы бизнес очень ответственный, потому что наряду с тем, что мы лечим пациента медикаментозно, очень важно еще, что он принимает в этот момент. Поэтому... Становление этого бизнеса началось у меня тоже. Это даже не бизнес, а это вот новый такой этап, опять-таки, в моей предпринимательской деятельности. Сегодня я чувствую себя уже в лечебном питании более, ну так скажем, твердо. Хороший коллектив образовался. И я думаю, что на сегодняшний день я довольна тем, что я делаю. В этом году вы получили депутатский мандат. Расскажите об этом поподробнее. Почему вы вдруг решили еще разнообразить, так скажем, свою жизнь и этим направлением? Ну, несколько лет назад, 7 лет назад, я вступила в партию. АУЛ называется она. Через буквально год... Меня избрали членом политсовета республики, партии, и началась моя такая политическая немного карьера. Для меня это тоже очень интересно, очень ответственно, конечно. И на сегодняшний день, являясь депутатом областного маслихата, вступив вот в депутатский этот корпус, я почувствовала, что это еще большая ответственность, чем предпринимательство, потому что предпринимательство — это, в принципе, что такое предприниматель? Это тот человек, который должен зарабатывать деньги, и тот, кто дает зарабатывать деньги другим, то есть твоим людям, которые у тебя работают. А депутатство — это совершенно другое. Здесь ты понимаешь, что на твое место были несколько претендентов. И ты должен доказать, почему ты здесь, почему ты оказался лучшим, почему тебя выбрали, почему тебе доверили. И вот на сегодняшний день вот этот лимит доверия у меня очень большой, потому что я только вступила на эту дорогу. И для меня сейчас очень важно не то, что ты будешь говорить. Людям, в принципе, без разницы, что ты сказал. Людям очень важно, что ты сделал. И чтобы по истечении 5 лет, когда вот этот срок избирательный, он...
депутатский, вернее, он будет окончен, чтобы мне было не стыдно смотреть в глаза тем людям, которые ко мне обратились. Я провожу сейчас много такой разъяснительной работы. Я точно так же, как и в начале своей карьеры, я учусь этому. Я знаю, что у нас депутатский корпус очень сильный. Есть и люди, которые уже не первые созов работают. И мне бы хотелось быть достойных этих людей, потому что действительно много очень делается. Сейчас у нас не делится, допустим, на партии. Мы делаем одно общее дело. И ты сейчас уже в ответе не только за себя, а и за тех людей, которые на сегодняшний день в нашей области создали, ну, такой сильный депутатский корпус, и у которых можно сейчас учиться. Благотворительность на сегодняшний день – это такое направление, о котором, ну, не говорят вслух и каждому не рассказывают. То есть если человек это делает с душой, он это делает спокойно и тихо. Но я всегда люблю этот вопрос, потому что люди должны об этом говорить, и все должны знать. Почему именно вы занялись благотворительностью? Ну, сказать, что я занялась благотворительностью, наверное, так нельзя. Просто когда человек другой нуждается в тебе, и ты можешь это сделать или дать, вопросов не возникает. Это, наверное, порыв души, который вот возникает именно в тот момент, когда ты кому-то нужен. Это очень важно. То есть ты не строишь планы на благотворительность. У меня такого нет, что я, допустим, поехала, должна это сделать. Или когда мне намекают о благотворительности, я практически никогда не помогаю тем людям, которые хотят что-то получить и для себя ничего сами не могут сделать, не могут создать. Я помогаю только тем людям, которые оказались в трудной ситуации, в какой-то беде. И тогда, наверное, любому нормальному человеку, ну, нельзя поступить иначе. Когда ты можешь что-то отдать тому человеку, тому ребенку, той ситуации, которая требует от тебя какого-то вмешательства, посильного твоего вмешательства. Благотворительность, наверное, это порыв души больше, чем какие-то планируемые действия. У меня вот так оно проходит. Исходя из нашей беседы, я вот так немножко вас узнала, так скажем, чуть-чуть за это некороткое время, и я вижу, что вы человек цельный, конкретный, строгий, можно даже так сказать, четкий, целенаправленный. Дома вы тоже такая же? Дома я бываю разная. Для меня очень важно, чтобы мои дети были, как и для каждой мамы, счастливы. Для того, чтобы они счастливы, детям нужно дать крылья, чтобы они взлетели, и обязательно корни, куда они могли бы всегда вернуться. То есть с любой проблемой мои дети могут прийти в свой дом, и всегда я их поддержу, всегда мы их поддержим. То есть когда мы объединились со своим супругом, нас было 2 человека. Сейчас за нашим столом сидит 10 человек. То есть у нас 6 внуков есть, и прекрасные девочки, которые мои снохи, пришли в наш дом. Своих детей я старалась воспитывать так, чтобы счастливый тот человек, которого бегут обнимать тогда, когда его руки пусты. Для меня это очень важно. Я не стараюсь задаривать своих детей и внуков. Я стараюсь быть им другом в любой ситуации. То есть для меня, наверное, наши родители нас воспитывали очень правильно. Когда-то для нас был наш папа самый большой в жизни авторитет, а наша мама была единственная королева на какой-то момент. Своих детей я стараюсь воспитывать так же. Самой, конечно, нам, самим родителям, очень трудно этому соответствовать всю жизнь, потому что это определенная задача перед тобой, ты должен со своими детьми идти по жизни и вместе с ними учиться. Ты не можешь их научить предпринимательству. Это, мне кажется, совершенно не обязательно. Ты должен из них вырастить хороших людей. Я думаю, что у нас с супругом это получилось. Сегодня наши дети, самое главное, хорошие отцы. Они надежные такие семьянины. У них прекрасные дети. И
как мама, как супруга на сегодняшний день, ну, не постесняюсь сказать, что я счастливая женщина. Довольно-таки строгая в семье иногда могу быть. Я очень редко говорю слово «нельзя» в своей жизни, особенно в семье. Но если я сказала «нельзя», вопросов «почему» практически не возникает. То есть нельзя и все. Я очень обожаю и люблю свой возраст. Это тоже такое достижение в жизни, когда ты постоянно доволен своим возрастом. Вот сегодня, допустим, я свободна. Я умею любить, умею молчать. Могу послать, если надо. Вот такая я мама и бабушка. Вы считаете себя состоявшимся человеком? То есть все детские мечты, которые у вас были, они воплотились? Ну, что такое состоявшийся человек? Наверное, это тоже понятие для каждого разное. А состоявшийся человек — это, наверное, тот человек, у которого нет проблем, а есть задачи, которые нужно решать. Для меня это очень важно. Я не люблю свидетелей своих слабостей. У меня практически не бывает таких людей, которым я могла поплакаться в плечо. Довольно-таки родители мне дали сильный характер, я считаю. И я стараюсь больше поддерживать и семью, и людей, друзей. Как-то читала я, что состоявшийся человек — это тот, который имеет заслуги какие-то, какие-то награды. На сегодняшний день мне хотелось бы тоже сказать, я имею награду, полученную от президента, медаль «Шапогат». Я считаю, что это очень важно в моей жизни. И, наверное, состоявшийся тот человек, который считает себя счастливым. Я думаю, что это главное. Но сегодня я считаю себя счастливой, потому что я живу и служу той стране, которую люблю. Спасибо вам большое, Ольга Геннадьевна, что вы пришли к нам в гости, рассказали о себе, честно рассказали. Спасибо. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо.